А перед просмотром видео рекомендую вам подписаться на канал Стива. Он снимает очень классные ролики по сборке модов для GTA Samp, также просто для GTA Клео осматривает, снимает ролики на Samp RP и снимает видео по модам на Майнкрафт. Подписывайтесь на его канал, ссылочка будет в комментарии под видео, а также в аннотациях. Ну а мы переходим к ролику. Доброго времени суток, уважаемые пользователи и гости канала Escape TV. С вами снова я, Артем Плотников, и сегодня мы продолжаем играть на сервере Уральск Ролиплей, он же Relax Ролиплей. Итак, я назначен был лидером фракции ДПС, но, друзья, это временно, так как я хочу вам рассказать о ней. Так как в обновлении последнем вышли три новые фракции, это ДПС, ФСБ и что-то там, скорая помощь, что ли, не помню, МЧС. Итак, мы вышли из здания, и мы снова появляемся, друзья, на дороге сразу же. Ну ладно, ничего страшного, администрация это поправит, вот тут движуха уже, на сервере уже онлайн появился, и сразу же при выходе из здания мы видим огромное красное здание, просто огромный дом, который сразу же бросается в глаза, это как будто резиденция какая-то прям, я не знаю, ну круто, на самом деле, хоть и очень ярко. Итак, в моем полицейском участке, друзья, только... отборные автомобили, лучший гоночный класс. Итак, мы видим BMW. Также американский Ford у нас есть. Ну, это бобики, так называемые, только тоже американские, в которых мы перевозим алкашей. Итак, ну и куда же нам без девяток-то наших отечественных? Должны же на чем-то стажеры у нас гонять. Ух ты, начало гонок. Прикольно, 5 минут, трасса, аэропорт, Лос-Анджелес, регистрация. Погнали? А? Погнали нафиг на гонку. Так, регистрация. Трасса аэропорт Лос-Сантос. А как мне найти? Так, релакс-сити. Нет. Базы нет. Клубы, бары по работе, важные места. Гонка Форт Карсон. Где находится? Начало гонок через 5 минут. Трасса аэропорт Лос-Сантос. Трасса. Аэропорт Лос-Анджелес. А, что я туплю-то? Тут же где-то выезд же есть из города, да? И что, в Лос-Анджелес я поеду? Нет, друзья, я не поеду. Ладно, потом. Вон, видали, какие у меня сирены? Нормально, да? Ладно, потом разберем. Так, выключусь. Вот. Потом мы разберемся с нашими гонками, еще успеем погонять. Ух ты, тут встроенный вид, что ли? Ё-моё, какой он резкий. Ну да ладно, я буду медленно, очень медленно водить. Мышкой. Итак, BMW М-ка. Вот так вот она, собственно, выглядит, друзья. Тут нельзя быстро водить, поэтому салон быстренько грянули. М-ка, все, да, и поперли. Итак, ну, собственно, об этой фракции. Ё-мо. Так, еще, видимо, не исправили. Нормально такая бахта, но ничего так... Ну, хотя, медленно. Опа, чувак, чувак, чувак какой-то. Так, стоять на. В розыске, он еще и в розыске. Так, стоять. В розыске. Мама и в ютубе. Да. И папа тоже. Итак, он в розыске. А что я с ним сделать? Надо мне. Ё-моё. Итак. Общение. Чё-чё? Общение трансфер фракс. Чё-чё? Где? Где мне посмотреть? Помощь. Где команды? Место сообщения. КМД как-нибудь, а? Ха-ха, а что мне делать-то? Вы в розыске. А, давай. Добрый вечер. Выйдите, пожалуйста, из машины. Будьте добры, ваш паспорт. Паспорт. Надо, конечно, было бы прижаться нам к обочине. Ну ладно, у нас сирены включены, нормально все. Так, давай. Вы сейчас эти команды опять, все эти ролиплей режим. О, не люблю. Ну, автосалон BMW как раз. Паспорт в кармане. Я вот не помню, как тут что делать. Паспорт в кармане, в жопе, где угодно. Действие. А, то есть сначала так. Ми. Берет паспорт. А потом ду паспорт в руке. Вроде бы так все. Так давай быстро.
У меня гонка. Ну чё ты там, а? Паспорт давай. Блин, бэх, конечно, четко вообще сделано, красивое, на самом деле. Реально прям круто. Показывает паспорт полицейскому. Давай быстрее. Показ. Не люблю вот эти все РП ситуации, вот вообще не люблю. Убивал бы просто так бы всех, да и все. Виноградов Даниэль. Ты сейчас тоже давай езжай сюда. Как там паспорт показать? Юма, а я что-то знаю, что ли? Пас. Какой-нибудь шов пас. О. Так, эй! Что делаешь-то? Козел. Нормально, тем мерен. Брабус. Вообще отлично. Чего все в зеленых трусах-то гуляете? Чего все босиком, а? Пацаны, вы что так? Продавец хот-догов. Закон послушать минус 3. Здравия желаю. Добрый день. Уйди, РП. Так. Берет паспорт. Теперь ду паспорт в руке. Паспорт в руке. Так. Ми смотрит паспорт. Смотрит паспорт. Эхм. Гражданин. Гражданин. Вы находитесь в федеральном розыске. Как там арест? Арест. Есть такая команда? Ага, все понял. Кругом голова. Да, все отлично. Давай, слышь, РП отыгрывай. Что с вами делать? Так, садитесь в машину и прижмитесь к обочине. Садитесь в машину и прижмитесь к обочине. Так, я пока что уж сяду. А чё, баха не заднеприводная? Ну офигеть. Следуйте за мной в машину. Так давай. Так упал, быстрей. Хорошо. Так. Лок, короче. А, тачку нельзя закрыть. Ну да ладно. Вот это нифига себе у нас прям фартануло, да? Так, красный. Тут надо тормозить-то на этом сервере или нет? Короче, надо. О, зеленый. Отлично, не надо, значит. Итак. Надо поставить машину. Парковочку. Так. Анди, проследуйте за мной. Проследуйте за мной. Так, давай. Надеюсь, ты не сбежишь с ним. Чё, сбежал? Давай. Взлетай. А я не понял. Чё, нельзя? Вы далеко от тюрьмы. Так. Где тюрьма? Иди сюда. Пойдем. Так, давай. Тут где-то, наверное, тюрьма-то. Иди сюда, давай, 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 давай. Какие-то гаражи маленькие. Так, где тюрьма? Арест уже тут могу писать? Нет. А тут? Нет. Я не понимаю. А тут? Нет. А как? Куф. Куф. Куф ит. Третий. Так. Давайте в репорт спросим. Репорт. А, тут же все через ММ. Так, репорт. Где тюрьма? Так, за мной. За мной, гражданин, начальник. В
вы находитесь в федеральном розыске. Я буду вынужден вас арестовать. Итак, прям в УВД. Он войти туда не может, у него пропуска нет. И он вообще куда он потерялся? Дружище. Давай. Так, подожди, я должен сделать скриншот. Еще один. Все, супер. Давай, чувак. Дениска, король. Ты, конечно, извини, но прям для серии это фартануло прям. Тут что ли прям арест? Вы далеко от тюрьмы. Заходи. А он-то никак не зайдет. У него пропуска нет. Нет пропуска. Так. Репорт. У нарушителя нет пропуска. Он не может зайти в УВД. Да ладно, руки у тебя болят, нормально, что все будет. Отпусти начальник. Так, его же телепортируют. Отлично. Так, давай. Я буду еще продолжать. Так, куф. Так, давай. За мной. За мной, дружище. Давай. У тебя цепь золотая, я, конечно, снял бы тебя. Снял бы и ее, и отпустил бы тебя. Но я... Ага, сбежать хотел. Не получилось, не фартануло. Так, ну ладно. Так, давай, иди сюда. Итак. Я вот дальше-то не знаю, что там отыгрывать. Так, давайте просто. Мим открывает дверь камеры. Открывает дверь камеры. Иду, открыл дверь. Снимает наручники с заключенного. Снял наручники. Так. Арест. Нарушить. Так. Что такое? Арест 2. Человек наручники, снимите их. Куф. Так, 3. Так, подожди. Он куф же. Он куф. Третий. Стой. На 1200 секунд. Все, отлично, сотрудник ЛС Артем. Так, заработали 400 долларов своей зарплате. Мим. Закрыл. Дверь камеры. Ду закрытия. Посидите и подумайте о своей жизни. Так, что там, я неправильно сделал, ты наручники снят, снял наручники. Да ладно, что ты, сел на карты, все, красавчик. Вот так вот мы на Дениске король отыграли, в принципе, в РП-ситуацию, я не знаю, правильно ли я отыграл все или нет. Стой. Хорошо. Может быть, что-то я и не так сделал, конечно, ну вы, друзья, не серчайте, лучше напишите в комментариях, что я не так сделал. Меня зовет Дениска. Ай. Так, ну мы сейчас продолжим. Всем привет от меня. Да, всем привет от Дениски Король, друзья. Я думаю, Дениска будет очень рад. Спасибо тебе, дружище, что на тебе отыграли такую РП-ситуацию. Конечно, если бы ты не попался мне навстречу, я бы не знаю, что я, конечно, бы снимал. Итак, мы сейчас уйдем с работы. Так, завершили рабочий день, и мы снова Растаманы, друзья. Вот так вот. Так, вот. Так, а тут оружие как бы ганг. Ой, ё-моё, ганг. Не знаю, как, короче, тут потом разберусь, попозже в хелпе прочитаю. Так, опа, тоже в розыске. Но жалко, Руслан, что я в этом. Уже, короче, не на работе, я просто, короче, сейчас в личное время покатаюсь на бэшке. Так, привет. Привет, Руслан Карпов.
Да, надеюсь, правильно я прочитал. Тёма! Да, и также привет Даниэлю Виноградову. Давайте мы немножко прокатимся по городу, посмотрим, может быть, что-то изменилось. Или только функционал изменяли. Вот, впрочем, мы в тот раз обзор делали ночью, опять эти красные дома. Не знаю, это символ красного цвета, наверное, на этом сервере, я не знаю. Вот, в прошлой серии мы осматривали сервер в ночное время, сейчас уже темно. Ой, темно, говорю, светло, но уже темнее. Так, это бэха переднеприводная, судя по всему, потому что она вообще в занос не входит. И, конечно, мне это не нравится, но она зато красиво выглядит и неплохо наваливает. Друзья, смотрите, как мы стрелочку ложим. Вообще неплохо. Так, ладно. Вот там какая-то тюрьма летающая. Опа, Федеральная служба безопасности, ФСБ. Во-во-во, ДПС, ФСБ и МЧС, друзья. Вот эти новые три фракции добавили на сервер и полностью изменили функционал. Я не знаю, конечно, я еще не в курсе всех тонкостей, что тут да как делать, что как брать. Вот, но я обязательно, друзья, все узнаю. Ух ты, там красиво, я хочу туда попасть, посмотреть, что тут такое. Ага, тут какой-то порт, судя по всему. Тут, наверное, работа грузчика какая-нибудь, нет? Ошибаюсь, да? А, это просто как бы пункт формирования, да, тут находится. Но на самом деле прикольно. Да, друзья, соблюдайте РП-режим на этом сервере, да и вообще на всех серверах. Соблюдайте РП-режим, очень интересно играть, кстати. Вот я... Кстати, да, я первый раз в жизни сейчас отыграл ролеплей-режим. Да, вроде бы цветочки вот эти добавили, их не было. Вот, поэтому давайте отыгрывать РП. Прикольно, кстати, на самом деле, вот это все, реанимация, кстати. Значит, здесь больница. Реально первый раз в своей жизни на сервере отыгрывал. Так. Ты что нарушаешь? Гражданин. Нарушайте больше. Вы на встречной полосе находитесь. Вернитесь в свою полосу и продолжите движение. Всего наилучшего. Наилучшего. Ну да, друзья, это на самом деле бета-режим. И, так. Ага, его все-таки кикнули администраторы, но я попытался ему все равно по РП объяснить. Ну ладно. Так, вот тут у нас находится автошкола. И мэрия сразу же рядом. Прикольно. Давайте сейчас в автошколу заедем. Она с той стороны находится. Ой, тут поворотники есть, а я и забыл про них совсем. Вот. И да, этот сервер находится в бете. Мне постольку сказали, что буквально в скором времени, это примерно недельки две, сервер полностью доделают и пустят вам в игру, на обозрение, как хотите называйте. Ух ты, Мерседес, нифига себе, автошкола элитная какая-то, прям бандитская. Да, друзья, обратите внимание, и администрации, и создатели, кто там этот мод разрабатывает, что... Опять нарушаете, вы чё? Что этот... Стрелочку бензина, обратите внимание на нее, в какую она сторону сейчас находится, и исправьте вот это. Маленький. Так, у меня левый поворот что-то не включается, только правый. А у меня и правый сейчас не включается. Так, подожди. У меня вообще сейчас ни один поворот не включается, на самом деле, не знаю, с чем-то связано. Так, сейчас мы попробуем сами найти ГУВД, где он находится. Припаркуем машинку и будем на этом заканчивать нашу серию, обзор фракции, или точнее, не фракции, а организации ДПС. Ну, мне понравилось, на самом деле, хоть я и не отношусь никак к полицейским, там стрельба какая-то идет. О, давайте заедем на заправочку, работает, нет? Так, заправка еще не работает. Хоть я никак не отношусь к полиции, но я сделал их работу и посадил заключенного. Итак. Сейчас я постараюсь найти. А вот, кстати, был гонкий маркер. Ладно. Ничего себе, там стрельба какая-то идет, охренеть. Че хоть там происходит-то? Вот у чувака включается. О, у меня тоже поворот не включился. А, этот. Ой, это тоже. Отлично. Так, теперь. Ой, на красный проехал. Ё-моё. Ну ладно, меня простят. Теперь надо бы найти где-то здание ДПС. Где оно находится, я вот не знаю. Но сейчас мы постараемся найти его.
эти красные дома. Почему? Потому что там. Сейчас, походу, по кругу опять кататься буду. Я надеюсь, что нет, что я найду. А так, это китайский район, как я его назвал в прошлой серии, если вы помните, друзья. То ставим пальчик вверх. Да, кстати, чем больше лайков, тем мне приятнее на самом деле снимать видео для вас, потому что как-то стимул поднимается, что ли, может, вот так вот вам скажу. Но на самом деле прикольно. Интересно. О, реверсивное движение у меня включено, смотрите. Прикольно. Указатель реверсивного движения на мою полосу указывает, поэтому я могу ехать по этой полосе. Но не знаю, как на это отреагируют администраторы, и вообще было ли в задумках у них это то, что реверсивное движение ставить. А я же походу из города вообще выезжаю куда-то в другой город, что ли. Так, реверсивное движение, похоже, кончилось у нас. Так. Ух ты, там указатель какой-то стоит, давайте посмотрим, что там на нем. Внимание, опасный участок. А чем он опасный? Что меня сейчас будет делать со мной? Ух ты ж, таможня. Прикольно. Отлично. Выезд из города сделан, таможенный контроль. Замечательно, вообще молодцы. Круто. Так, а на этом что? Ага, тоже осторожно. Вообще красавцы. Вот за это вот прям респект вам. Я вот люблю вот такую вот всякую фигнюшечку. На самом деле интересно, очень прикольно. Так. 140 больше не валит. Бэха. Странно, я надеюсь, что это 140 миль. Минимум. А не километров в час. Так, ну давай сейчас попробуем доехать до конца. И закончим тогда прямо здесь нашу серию. Так, внимание, опасный участок опять. Ага, дальше город не сделан. Вон оно что, друзья. Значит, я просто так ехал. Ну ладно, ничего страшного. Давайте, друзья, мы на этом и закончим нашу серию, а я пока что доеду до ГУВД. Итак, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также вступайте в группу ВКонтакте Escape TV и добавляйте меня на официальной страничке ВКонтакте. Мы с вами пообщаемся, если же у вас есть ко мне какие-то вопросы. Ну а так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Артем Плотников, игровой канал Escape TV и игровой сервер Relax или Уральск Ролиплей, друзья. Давайте, всем пока и удачи, кокосовых печенюк вам и мирного неба над головой. Всем пока.